Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кэт Макс и очень много подписчиков. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, картон от FNAF 3, аниматроники пугают охранника. Мы с Кэт Максом будем вдвоем против пятерых. Кэт Макс, поздоровайся. Всем привет. Ну что, пацаны, идите вовнутрь, будете защищать максимально свою центральную комнату, этот уже стоит, пляшет. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. А я буду спринт-трапом. Все по РП. Так, надеюсь, они уже внутри комнаты, мы идем, ребята. Не забываем ставить лайкосик, подписываться на канал, мне очень приятно. Скоро уже 500 000, как я люблю делать. Танцуют все. Я могу ТП-хаться, я могу ставать невидимым, я могу ставить видимым, я могу проходить через двери, я могу ползать, я могу не ползать. Ребята, как всегда, настроение у нас очень классно, надеюсь, это настроение передастся и вам. И все будет отлично. Вы сидите, улыбаетесь без причины. Я всегда так делаю, не знаю почему. Так, идем, идем. Кэт Макс, ты готов? Или не готов? А, я готов. Я вижу, я вижу. Ты очень серьезный мужик. Эта карта очень классно оптимизирована, поэтому я даже поставил на 8-ых. И кто хочет с нами играть, заходите в наш Дискорд. Ссылочка в описании. Мы всегда рады всем. У нас уже больше 10 тысяч в Дискорде. Ты убил уже одного? Да. Так, молодец, молодец. Это оно было, что ли? Так, мы приближаемся к ихней комнате. Подожди, где она? Карта очень классная. Надо будет, короче, этот показать потом эту карту подписчикам. Давай пока пройдемся здесь. Так, здесь у нас автоматы. Эй, ты чё в пузо стреляешь? Чё, холостые, что ли, были? Чё-то меня не зацепило. Эй, тихише. На тебе, Кэт Макс может сегодня мочить всех. Красава. Так, где они вообще? Кэт Макс, а ты где потерял? Во, я приближаюсь к ним. Ну чё, мужики, мы идем. Плохо через окно не могу валить, но я могу ползать и ставать невидимым. Они уже бабушкины калитки поставили. Так, ты чё на моего напада... А, Кэт Макс, ты меня убил. Ой. А, я живой, меня не убил, ты мне скример кинул. И жизни потратил много. В этом есть прикол, он не может своего кента сразу убить. А чё они там стреляют? Ставай невидимый, маскируйся. Чик, все, уходим, уходим. Я пошутил, я не уходил. А, Кэт Макс, блин, Кэт Макс, я думал, ты сзади меня где-то ползаешь. А ну Ники как-то не видно, очевидно. А, видно. Так, легче, легче, это оружие очень читерское. Придется вас наказать за это. Все, пошли. Они очень плохие какие-то, чилипиздрики. Бабушкина калитка сломалась. Мужики, бывают обстоятельства. Видно, шарниры плохие были. Смазывайте обязательно канаты. Эй, ты что там в спину стреляешь? Кэт Макс, давай возьмем каких-то маленьких. Два плюш-трапика возьмем. Будет прикольно. Они, кстати, нас будет... Тяжело будет по нам попасть. Блин, тут маленькие в этом паке нету. Эй! Эй, вы что тут ходите? Ай! Да кто это стреляет по мне? Правильно, наказывай их всех. Так, это очень большая. Ладно, возьмем маленького. Меньше нету этого. Эй, ты чё там с пуза стреляешь? Так, я ж могу с одного раза убивать их, я помню. Так. Кэт Макс, я тебя вижу. Олег мачит своего чумного доктора. Сейчас попробуем по красоте подойти. Кто тебя убил? Он тебя убил? Меня плюш-трапы. Блин, это я, что ли? Вы что делаете? Сумасшедшие, что ли? Играет 8 человек, а у меня 60 кадров. Вообще четко. Оптимизация на высоте. Так. Это у нас уже РП, куча людей играет. Стройка идет. Короче, давайте, пацаны, базу обустраивайте себе там. Так. Пустите своего. Пришло. Так, кто не успел, тот опоздал. Не ходи здесь, это наша территория. Ого! А ты кто такой? Давай, до свидания. Эй! Пулеметчик! Хорошо, ты у меня жизни забрал. У меня было 750 хп. Не так уж много и осталось. Так. Вижу. Ходят. А вы не знали, что я могу хавать предметы? А! Ох, Кэт Максушка!
Ничего, как это, как я там называю? Обстоятельства? Так, возрождаемся. А, я на улице возродился. Так, надо мне придумать какой-то план действий. Так, надо взять какого-то очень жесткого. Не, ну, если возьму... маски использую. Маски? А, им, они им не помогут. Им поможет только одно. Смерть. Вот кем я буду. Может, он и маленький. Но он очень удаленький. Эй! Ты чё тут? Вы чё, нас рашить собрались? Сопляк вонючий. Ха-ха-ха. Нас еще никто не сможет убить просто так. Мы очень жесткие пацаны. Ты смотри, что... Ого! Я им сломал бабушку. Есть, есть. Я иду вовнутрь. Так, продвигаемся. Я вижу, только меня не убей. А, электричество. Блин, прикольно, мне током бьет, и замедляюсь. Да-да-да. А что это за оружка у тебя? А, жопа. Я не вижу ничего, мне экран аж белеет. Жопа. Есть, я убил, я убил. А ну съешь вентилятор, ты можешь. Так, жри-жри. Так, идут. Я валю, их сильно много. Их сильно много. А где они? Эй, жук, ты меня сейчас убьешь. Ай, больно. Ха-ха-ха, я тебя обманул. Ну, это есть прикол воевать-то, когда их сильно много, мне нравится. Реально веселье такое. Так, они внутри все. Так, у них что-то не получается. Может, вам, пацаны, спаун внутри поставить, а не на улице? Тогда будет лучше? Или пусть так будет, так интереснее. В кабинет надо попасть, уволили с работы. Так, ты чё тут расшёлся? А, с вертухи кто-то в жопу дал. Hello. О, я могу hello базарить. Hello. А ну иди сюда. Ой, что-то все током бьется. А! Эй, ого! Вот это... вот это вы меня разнесли вообще в клочья. Это было сильно. Хорошо, а против этого аниматроника никто не выживет. Самый сильный в жизни. Своего давай, мочи. Блин, тут оружка какая-то такая интересная. Алёша, ты где? Есть, испугал. А, зажали в угол. А вот в этой комнате я всех буду убивать, кто будет заходить. И тебя убью. Вы что думали, можете вот так легко меня убить? Нет, я марионетка. Самый хитрый аниматроник на планете. Две штуки. А мы не можем их удалять? А, это только плюш-трап может. Так. Эй, откуда? А, Кэтмак, что ж ты мочишь? Так, я приготовил сюрприз. У них пулемет. Так, Кэтмак, прикрывай меня. Я иду. Будем жахать так, что всех убило. А я его не увидел, этот взрыв. Чё, пацаны, нормально все, четко? О, в тюрет кидают. Только я его не увидел почему-то, я хочу увидеть. Своими глазами. Пацаны, вы живые или нет? Они меня зажимают, Димас, помогай. Сейчас, помогаю, Кэт Макс. Нормальная помощь, пойдет? Мне нравится. Вот это да. Давай, Димас, смотреть. Ух ты! И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!